В читальном зале сектора литературы по дизайну открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Над мирный свет иконы». Выставка посвящена юбилею двух гениальных древнерусских художников Андрея Рублева и Дионисия. Икона – образ. И первое же, когда мы слышим это слово, то мы вспоминаем о Троице Рублева, о древнерусской вот этой сокровищницы вершины мирового искусства. Для того, чтобы понимать икону, мы предложили три удивительные книги. Это сюжеты и образы древнерусской живописи, затем мы терминология русской иконописи и, наконец, князь Евгений Трубецкой, три очерка о русской иконе. И, безусловно, один из удивительнейших альбомов, каталогов, который называется «Медное литье». «Медное литье. Кресты, иконы, складни». Удивительное знакомство с вот, сокровищницей именно эмали, именно литья. Поэтому выставка представляет из себя разнообразие, альбомы, научные сборники, статей, монографии и одновременно справочники. Приглашаем познакомиться. Приглашаем посмотреть нашу великолепную выставку.